Очередная помощь достигла цели. Ульяновцам на фронт доставили необходимые бытовые вещи и военное снаряжение. Собрать такой груз удалось благодаря неравнодушным горожанам, общественникам и предпринимателям. Наборы собирали по заявкам от командиров частей и непосредственно самих военных. Мы передаем очередной гуманитарный груз нашим ребятам, военнослужащим, мобилизованным из Ульяновской области, которые проходят временную службу в зоне СВО. И несмотря на то, что вроде как и новогодние праздники были, вся страна отдыхала, мы продолжали нашу работу, заявки продолжали приходить от командиров частей. И вот все самое необходимое нам удалось собрать. Подобные грузы отправляются еженедельно и включают все самое необходимое. Это предметы быта, теплые вещи, гигиенические принадлежности. А также для успешного ведения боевых действий на передовую отправили необходимое снаряжение. Отклик приходит от ребят, приходит регулярно. Мы, конечно же, их просим записывать видеообращения, чтобы люди знали, что да, их помощь она доходит конкретно до наших ребят. Очень многие узнают там даже по глазам, несмотря на то, что лица закрыты, узнают по глазам своих каких-то знакомых, друзей, родственников. И это, конечно же, очень греет сердце. Начиная с начала специальной военной спецоперации, было отправлено свыше 50 грузов. Также гумпомощь отправляет жителям Донбасса. Кирилл Савосин, Герман Баранов, УПРАВДА ТВ.